В феврале 2024 года в Улан-Удэ прибыли два трамвая модели 71923М «Богатырь-М». Характеристики двухсекционного низкопольного трамвая «Богатырь-М». Длина 19,4 метра. Посадочных мест 45. Вместимость 193 человека. Мощность тяговых электродвигателей составляет 288 кВт. Это около 390 лошадиных сил. Трамвай оснащен системой автономного хода. Он может преодолеть до 1,5 километра без подключения контактной сети. «Богатырь-М» – это модернизированная версия трамвайного вагона 71923. На поставку трамваев «Богатырь-М» действуют два контракта. Оба были заключены в 2023 году с Санкт-Петербургом и с Саратовом. Производством трамваев «Богатырь-М» занимаются два завода компании ПК «Транспортные системы». На Тверском механическом заводе электротранспорта делают кузова, а также производят сборку и испытания трамвайных тележек. А на Невском заводе электрического транспорта в Санкт-Петербурге производится окончательная сборка трамваев. С 2021 года ПК «Транспортные системы» произвели и передали заказчикам 110 двухсекционных низкопольных трамваев «Богатырь-М». Еще три трамвая «Богатырь» были переданы в 2017 году. Теперь давайте посмотрим на географию поставок. Первыми в 2021 году «Богатырей-М» получили Санкт-Петербург и Череповец, а в 2024 году «Богатыри» поступили в Улан-Удэ и Саратов. Друзья, теперь все ролики доступны и на Рутубе. Не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии.